Вот, ребят, перед нами березка. Хорошая береза, нормальная. И видно, что на стволе растет сувель. Вот видите, вот этот нарост. Я думаю, он достигнет больших размеров, вообще больших. Конечно, пройдет не один год, но тем не менее. Так, поставить бы сейчас здесь палаточку, на самом деле, сделать такой привал и остаться жить. Но.